Всем привет! Вы на канале IT Electronics, рубрика «Ремонт». В этой рубрике я буду показывать, как правильно ремонтировать продукцию FATECH. Сегодня я покажу, как правильно менять аккумуляторы в мышках Bloody серии R. Серия R – это беспроводные мышки со встроенным аккумулятором. Сегодня я буду менять аккумулятор в беспроводной мышке R80. Хочу сказать, что я просто показываю, как правильно менять аккумулятор, а не то, что аккумулятор не рабочий. Для этих целей я взял новую мышку, сейчас я ее распакую и разберу. Если вам интересно, как разбирается такая мышка полностью, вы можете посмотреть дополнительное видео, ссылка будет в конце. Приступаем к разборке самой мышки. Для начала нам нужно снять металлические ножки, потом выкрутить саморезы. Если вас интересует, как правильно снимать такие металлические ножки, ссылка будет в конце видео. После того, как сняли металлические ножки, выкручиваем саморезы и разбираем корпус. Отключаем старый аккумулятор, устанавливаем новый. Крепление очень простое, аккумулятор просто устанавливается в паз. Все аккумуляторы в мышках Bloody одинаковые, 3,7 вольта, 600 мА. После того, как мы заменили аккумулятор, можно собирать мышку. Перед сборкой мы можем еще проверить, рабочий ли аккумулятор. Для этого нам нужно подключить нано-ресивер к компьютеру и нажать на любую кнопку мышки. Подключаем все разъемы, закрываем корпус и закручиваем саморезы. Мышку полностью собрали, теперь нужно ее проверить. Для этого подключаем нано-ресивер к компьютеру и проверяем все кнопки и режимы.
Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим лайки, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока, до новых встреч. Не забудьте подписаться на канал.